первое, что хотелось бы сказать, поблагодарить Георгия Черненко, который пригласил меня в ваш славный город, город-герой. Мне очень всегда приятно находиться в этой обстановке, того события, где исторически складывались очень серьезные мероприятия. То, что касается семинара. Семинар сам состоит из моих личных наблюдений как спортсмена, который находился на протяжении 8 лет в сборной России. Потом мои наблюдения как тренера. Я уже работаю 5 лет тренером полноценно. И наблюдения из других видов спорта. Этот симбиоз, я бы хотел, эту информацию хотел бы передать детям. Потому что считаю, что если мы хотим развить наш вид спорта до олимпийского, мы не должны стоять на месте, мы должны развиваться. И если моя информация будет интересна, если моя информация хотя бы одному человеку дойдет до сердца и до души, значит, я могу сказать, что я сюда приехал не зря.